В Алматы сегодня открыли памятник Юрию Померанцеву. Легендарный казахстанский актер театра и кино ушел из жизни в марте прошлого года в возрасте 99 лет. На торжественной церемонии, которая прошла возле Национального академического русского театра драмы имени Лермонтова, присутствовали коллеги и друзья Юрия Борисовича, люди, которые лично знали его и работали с актером на протяжении многих лет. Тему продолжит наш корреспондент Григорий Беденко. Юрий Борисович Померанцев – это человек-эпоха. Творческая карьера, которая продолжалась более 70 лет. 300 ролей в театре и кино. Участник Великой Отечественной войны, герой труда и по-настоящему народный артист Казахстана. До своего столетнего юбилея Юрий Борисович не дожил совсем немного. Но при этом до последнего оставался верен профессии. Играл в родном для него русском театре драмы имени Лермонтова. Мы думали о том, чтобы как-то увековечить память о Юрии Борисовиче. Но чтобы вот так нам повезло, мы даже и не рассчитывали. Да, поэтому, когда ко мне обратился скульптор, сказал, что Нурлан Долбай, что вот есть такое предложение от фонда Нурлана Смагулова сделать композицию городского такого масштаба для того, чтобы увековечить память замечательного артиста, человека, учителя, режиссера Юрия Борисовича Померанцева. Это было для нас, конечно, очень волнительно. Памятник актеру появился благодаря поддержке фонда казахстанского предпринимателя Нурлана Смагулова. Автором стал известный художник Нурлан Долбай. Скульптурное произведение достаточно скромное по стилистике и далекое от монументальных композиций в честь выдающихся людей. Однако хорошо отражает характер. Скромность, огромный оптимизм, трудолюбие и немного комичности. Именно таким Померанцева и запомнили. Мне всегда с ним так было боязно даже здороваться, а он оказался вообще он не памятник сам себе. Он абсолютно простой человек с обалденным чувством юмора, легко идущий на любой контакт, легко воспринимающий любые идеи, любые новые какие-то вещи. Я думаю, он поэтому так долго и так красочно, так сочно и ярко жил. Я всегда знал, что он гениальный актер, вся жизнь его отдана сцене, театру. Но он и в жизни был очень компанейский, простой, легкий человек, с которым легко было дружить. В течение 60 лет мы вместе. Столько даже с самыми родными людьми не живут. Так что это большой день, память о настоящем, большом, талантливом нашем казахстанце. Работа Померанцева как режиссера сегодня считается классикой отечественного театрального искусства. На этих спектаклях учились и будут продолжать учиться молодые актеры. Но, безусловно, настоящим памятником Юрию Борисовичу Померанцеву стала его работа в кино. Роль скромного медработника в советской кинокомедии «Наш милый доктор» – это уже не только искусство. Это история нашей страны. Григорий Беденко, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар 24.